я сразу все это не запомню. Ну что ж, хорошо, я думаю, что можем начинать. Мы сегодня начинаем, у нас будет 7 занятий, да, по, ну, 3 таких астрономических часа и где-то по, грубо говоря, 4-5 часов академических часов. Будем заниматься 9 часов. Главная задача нашего сегодняшнего дня, мы вступим ей в официальную часть, но и познакомиться, да, то есть узнать больше вам обо мне, а мне о вас, ну и вам друг другу, потому что не все здесь, вот такая одна группа, и очень важно, чтобы вы познакомились, потому что если вы, ну, понаблюдаете, например, сейчас за собой, да, то многие сидят так, ну, примерно закрытые, а это естественная реакция, потому что, ну, бессознательно, да, мы друг от друга закрыты, и непонятно, где мы, а кто эти люди, а можно ли им доверять, а можно ли доверять тому человеку, который здесь стоит. И, соответственно, от того, насколько мы будем доверять, будет зависеть от того, насколько мы будем воспринимать информацию. Да? Я думаю, что где-то через занятия 2-3 мы обратно за собой понаблюдаем, будет биться совсем другую картину. Да? Потому что наше сознание, тела будут привыкать и адаптироваться к тем ситуациям, которые уже здесь будут складываться. Ну что ж, давайте я в 2-3 словах расскажу о себе. Если у вас будут какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. А потом мы определенным образом, я вам раздам раздатки и познакомимся с вами. Меня зовут Дмитрий Архипов, я являюсь бизнес-тренером. Тренингами занимаюсь уже 12 лет. Это то, что я люблю делать, то, что делаю профессионально, то, чему посвящаю много времени, то, ну, чему обучаюсь, ну, может быть, 24 часа в сутки. Отдаю себя, ну, этому полностью, да. Ну, на сегодняшний день провожу где-то около 110 тренингов в год, ну и примерно где-то около 18-20 тренингов сам прохожу, обучаюсь, то есть постоянно. Мне нравится учиться, мне нравится людей обучать, других людей. Есть своя компания, есть люди, которыми я управляю, достаточно успешно. На сегодняшний день занимаюсь также консалтингом, то есть помогаю компаниям осуществлять взаимодействие между департаментами, построение системы продаж, маркетинга, взаимодействие между этими департаментами. Коуч для руководителей, это моя, ну, такая, одна из профессий, закончил Международный Эриксонский университет, который готовит именно профессиональных коучей. Коуч, наверное, вы слышали, да, это такая одна из новых профессий, профессий 21 века, сформировавшись на стыке нейролингвистического программирования, лучших достижений спорта и психологии. И в совокупности всех трех этих, ну, дисциплин, да, если так можно сказать, появился коучинг, который дает такие, ну, хорошие результаты, работая с людьми, которые хотят чего-то в жизни добиваться больше, расширяться, двигаться и так далее. Причем специализация у меня именно с руководителями, и вот наш курс, да, психологии управления, это не то, что я знаю понаслышке, это то, что есть часть моей жизни. Да. Кроме коучинга занимаюсь еще практикующий психолог и системный семейный психотерапевт. У меня есть кабинет, где я работаю с семьями, работаю, ну, с людьми. Печатаюсь в разных изданиях, я вот некоторые издания принес, раздам, кому не хватит, завтра еще принесу. Ну, все, о чем пишу, все, что делаю, я еще публикую. Касательно управления, ну вот уже, наверное, 7-й год. Являюсь управляющим, ну, раньше работал в компаниях, управляющим, ну, директором по маркетингу, по пиару, а на сегодняшний день уже, ну, в смысле, управляю своей компанией. Поэтому по психологии управления, по технике управления, по инструментам управления есть чем поделиться и с удовольствием это сделаю. Ну, плюс за 12 лет работая с топ-менеджерами, хозяевами бизнеса, ну, не знаю, может быть, 700-800 тренингов было проведено, может быть, 15-20 тысяч людей, то есть естественно, что очень много научился и других руководителей, с которыми, ну, взаимодействовал. Но, ну, то есть свой какой-то опыт и есть опыт этих нескольких тысяч людей, которые, ну, так, интегрированы, которые я готов за эти 28 часов вам, насколько это будет возможно, передать. Все будет зависеть, конечно же, от вас, потому что есть понятие то, что я буду передавать, и есть то, что было бы хорошо, чтобы вы забирали меня. Да? Я всегда с удовольствием и с уважением к шести людям, которые задают мне много вопросов, ну, желательно по существу, да, те, которые относятся к обучению, так что, ну, тренер, надо как губку выживать, чем сильнее мы выживем, тем больше мы заберем. Поэтому задавайте вопросы в любой момент, когда вы захотите, не думайте о том, что вы меня перебьете, то есть, ну, не переживайте за это. Потому что незаданный вопрос, он, ну, теряется. А вы пришли сюда не для того, чтобы я здесь, ну, солировал и о чем-то рассказывал, а здесь больше именно, чтобы ваша работа шла.
Я лишь буду помогать вам двигаться и приходить к определенным результатам, которые будут ваши знания. Потому что когда ваши знания, вы будете ими всю жизнь пользоваться. Те знания, которые вы будете, ну, я вам буду как-то так вталкивать, скорее всего, они по принципу силы действия будут равны силы противодействия, но будут выталкиваться, да? Поэтому было бы хорошо, чтобы вы все-таки сами брали то, что вам нужно. Ну, у каждого мозга по-своему своеобразно формулируют реальность, да, и найдите свой путь, как вы будете формировать свою реальность. Вкратце, наверное, все. То есть то, чем я занимаюсь, то профессии, которые у меня есть, ну, тем, что назвал, занимаюсь, ну, и заканчивал университет по социологии, международная журналистика, и вот, ну, в принципе, этим и занимаюсь до сих пор. А маркетинг, пиар, реклама, то, что веду курсы, и то, в чем есть специализация. Есть вопросы какие-то ко мне? Не по курсу, а ко мне. Вот чубаки всегда, кто учит, чему учит, потому что вопрос в том, что доверять, будем ему учиться или не будем учиться. Да? И от этого зависит эффективность, которую мы получим в конце седьмого занятия. Да. Если не секрет, какая у вас компания? Тренинг-консалтинговая компания, которая осуществляет услуги тренинга, семинаров, психологии, психотерапии, медиации, ну, коучинга. Название, да? Нет. Дети. Деятельность, тренинг консалтинговый бизнес. То есть то, в чем специализируюсь, то, что веду, то, на чего учился, то этим занимаюсь. То есть для меня это вот, ну, хорошее преимущество. Всегда заниматься одним делом, то есть постоянство признак мастерства. Ну, для меня это вот важно, я этим занимаюсь. Хорошо, еще? Тренинг психологии и управления, это только один из каких тренингов? Это один из 50 авторских тренингов, которых я сам создал, сам веду. Хороший вопрос. Принцип, какие тренинги я веду. Если у меня нету 5 лет опыта и нет достижения в этой сфере, я этот курс не веду. Только после того, как 5 лет практики и есть достижения в этой сфере, только в этом случае я берусь за этот курс. А в остальных случаях я считаю, что если профессионал другой в другом курсе, то он должен его вести. И участники должны ходить к нему, а не ко мне. А те, которые я веду, я готов за это отвечать, вести, знать, понимать, отвечать на те вопросы, которые будут возникать. Еще? У нас будет перерыв, да? У нас будет перерыв, да, 19.30. Ну, то есть это уже вопросы касательно, да, нашего взаимодействия. Мы начинаем с вами в 6, а заканчиваем в 9. Через каждые, ну, полтора часа, получается, в 19.30 у нас будет кофе-брейк минут 10. И потом мы работаем до 10 часов. А если одно из правил – это, ну, быть естественным, да, на тренинге. То есть если вам нужно выйти, ну, я не знаю, позвонить, еще каким-то другим нужным, то есть не надо отправиться, просто спокойно выходите, заходите. Желательно таких похождений сделать меньше, потому что вы сами отвлекаетесь, информацию какую-то теряете. Так мы двигаемся достаточно быстро, нет возможности возвращаться. Поэтому вы берете на себя ответственность, что если вы вышли, чего-то потеряли, но это ваша ответственность. Поэтому если возможно 3 часа здесь посетить, посещайте. А если так нужно, то свободно выходите, заходите. Еще вопросы есть? Ну, еще одно такое правило, говорит один. Ну, то есть, грубо говоря, если кто-то из вас говорит, то мы все там, человек 12 его слушаем. Говорит другой, 12, говорю я, 12 человек меня слушает. Потому что тогда мы не теряем информацию и слушаемся. Все? Наверное, всем уже даже знали, да, что мобилы еще не лежат. А я исхожу из того, всегда работает взрослая аудитория, обычно человек заходит, уже сам выключает. Если не выключили, ну окей, не вопрос. Да, поставьте на вибро режим, если возможность вообще выключить, потому что так, ну, рабочий день для вас закончился, для меня он продолжается. Я на вибро поставил, чтобы в целом там время не там, там будет приглядываться. Есть ли вопросы еще? Этап за этапом, день за днем, у нас будет занятие, ну, вам уже сказали, да, понедельник-четверг. Если вдруг какой-то момент, либо с моей стороны, либо с вашей стороны, например, большая часть будет видеть, что, ну, не получается, просто мы будем в открытом формате это обговаривать заранее. Например, в понедельник договариваться, если мы в четверг собираемся, либо какой-то другой день. Если ничего не обговорим, то по умолчанию просто понедельник-четверг мы с вами занимаемся. До 23 января, да, у нас получается. То есть у нас следующее занятие 29, ну и потом мы начинаем с 9. Вы обо всем, да? Завещаем. Окей. Хорошо. Если вопросов нет, тогда предлагаю начать. Я вам раздам раздаточный материал. Просьба. Это ваш, вы его заберете. Старайтесь, ну, не заглядывать там. Некоторые начинают там вперед, начинают какие-то тесты решать. То есть мы до всего дойдем и все, что нужно, сделаем. И вы это заберете. Серьезно? Да, конечно. И такой момент. Ну, то есть
Я говорю, например, вторая страница. Мы только со второй страницы старались никуда. Ну, то есть в свое время мы до этого дойдем. А, и у вас будет на первой страничке, сразу объясню, то есть знакомство с вами, вот такая вот таблица. А, ее нужно будет заполнить. Что здесь есть? А, ваша фамилия, имя, то есть я с вами познакомлюсь, и вы друг с другом. А, 5 пунктов «я люблю», «я хочу» вообще, вот все, что в голову приходит, первое. Это не просто для праздного интереса, у нас будет инструмент. А, дело в том, что если мы говорим о психологии управления, очень важно человек, который хочет управлять, он должен научиться сначала управлять собой. Потом другими, а потом процессами и так далее. И частично мы на этом курсе будем учиться еще управлять собой. А потом уже допускаться к людям, да, и людьми тоже управлять. Ну а если те, кто уже управляет людьми, естественно, у вас будет возможность это делать более эффективно. А, далее вам нужно будет описать функции руководителя. Какие вы считаете 5 функций выполняет любой руководитель в любой компании, в любой сфере, неважно. Просто 5 функций. И компания номер один. То есть какая компания для вас номер один? Абсолютно любая, которая приходит вам в голову, вы считаете, что это номер один. Начиная от своей, заканчивая любой в мире. Все, можете разговаривать. А как вы только получите, у вас есть минут так 5 для того, чтобы это все заполнить. А было бы хорошо, чтобы вы их подписали на первой странице где-нибудь, потому что вы будете перемещаться в группах, и чтобы вы не теряли. Просто на первой странице, прямо натипленной, напишите свою фамилию. Мне нужно, ну, то есть вам нужно, зачем пришли мы еще, да, прояснили часть, и мне нужно для того, чтобы понимать, куда мы будем двигаться. Ну, давайте с такой части начнем, да, то есть как мы будем двигаться, вот вы горожане, так сказать? Кайрат, вы сказали о том, что как сделать так, чтобы опыт передать. Дело в том, что опыт невозможно передать. То есть ни один человек не может передать свой опыт. Да? Это ну, нереально просто. А человек может создать свой опыт на фоне каких-то знаний. Вот я тоже не смогу свой опыт передать вам. А я могу передать знания, которые вы дальше сделаете своим опытом. Существует такая лестница, называется лестница развития. Через нее проходит все человечество, ну, неважно, где бы оно находилось. Суть ее в следующем, что есть вещи, которые вы даже ну, не знаете. Да? Ну, то есть, даже об этом, может быть, не задумывались. А это называется бессознательная некомпетентность. То есть я даже не знаю того, чего я не знаю. Ну, например, я здесь скажу слово там транзактный анализ. Кто об этом задумывался в последнее время? Ну, вы даже не знаете. А когда мы пройдем, вы увидите, скажете, ну, так кажется, классно, теперь я через это могу управлять своим персоналом. Как вы думаете, если человек вот через эту с этой части начинает двигаться дальше, то в какую область он попадает? Выше на ступень. Согласен. Как она будет называться? Сознательная некомпетентность. Какая? Сознательная. Сознательная чего? Некомпетентность. Некомпетентность. Это что такое? Как это бы можно было перевести? Он знает, что есть транзактный анализ, но он не знает. Знаете, что такое транзактный, а что с ним делать, я даже не знаю. Ну, да. То есть я осознаю, что я теперь это знаю, но не могу понять, а что. То есть я некомпетентен. Если я скажу, что давай, примени сейчас транзактный анализ, то человек это не сможет сделать. Да. Но слово такое, и вот понятие, что такое применяется в управлении психологией, такое он знает. Если он начинает дальше развиваться, а как раз таки именно на этом этапе он начинает больше всего развиваться. Почему? Потому что когда он что-то узнал, он хочет что сделать? Больше об этом узнать, больше узнать, какие-то практики сделать, ну и применить это в своей профессии, там, личной жизни и так далее. То что будет следующим этапом? Компетентность. Сознательная компетентность. Сознательная компетентность. Это что такое? Он знает, что это такое, и он знает, как это применить. Да, то есть я знаю не только слово, я могу это сделать, я даже могу это вам показать. То есть... Это я уже умею. То есть вот здесь уже у человека есть навык, способность. То есть здесь вообще ничего не было, здесь уже навык, способность. Какой будет следующий этап? Применение. Ну, так он уже здесь применяет. То есть он уже осознает. Он уже обучает этому? Согласен, это то, что он делает. А вот если на уровне того бессознательной компетенции, сознательной компетентности, сознательной некомпетентности, ну, компетентности, потом... На высшей стадии. Ну смотрите, очень просто. Вот ездит, кто из вас на машине ездит? В какой-то момент вы не знали вообще, как оно устроено, что нужно зажигать, куда выжимать сцепление, скорость, как переключается и так далее. Потом дальше вам как-то это показали. Потом вы стали тренироваться. На самой верхушке стадии.
Абсолютно. То есть вы делаете это автоматически. То есть вы можете разговаривать по сотовому телефону, рука сама открывает дверь, правая включает зажигание, нога делает. Ну, то есть бессознательно компетентно. Абсолютно точно. Бессознательная компетентность. Да. То есть это когда вы абсолютно делаете, не задумываясь, то как вы это делаете. То есть если вы здесь пробуете как-то думать, учитывать все детали, моменты, то это вы просто делаете и все. То есть человек, наблюдающий за вами, будет видеть, как вы совершаете это. То есть это уровень уже мастерства такого. Вот это называется опытом. Это называется опытом. Ну, либо опытом. Вот смотрите, если есть какие-то вещи по психологии управления, вы находитесь здесь, я не могу из себя что-то такое вытащить, да, из какого-то там части, взять вас, положить, чтобы вы сразу здесь оказались. Я могу вас двигать по каким-то ступеням для того, чтобы вы оказались здесь. Вопрос к вам. За эти 7 занятий, как вы думаете, где моя ответственность по этому курсу, где ваша ответственность за этот курс? Ну, конечная точка, вы должны оказаться здесь. Двигаемся отсюда. За первые что... две ступени ваши. Второй, третий. Первый вариант две ступени мои. Второй вариант вот эти две ступени мои. Еще. А, нет, мы сейчас находимся уже на первом. Получается, вторая и третья. Здесь, смотрите, вопрос, где вы находитесь, вопрос, за что я буду отвечать, в чем будет моя роль вот стоящего здесь. За первую и за четвертую. А, значит, первый. За первую и за четвертую ступень. Так, я же говорил, что опыт я не могу вам свой отдать. Так и вы не можете отдать свой опыт. За вторую, если во всех четверых, тогда где будете вы? Первая, вторая. Вторая, третья. Ну за бессознательное вы же нашим не можете отвечать. Отвечать. Давайте я поясню, что имеется в виду отвечать. То есть отвечать это означает, что там, где будет проявляться моя работа. Сознательная некомпетентность и сознательная некомпетентность имеется в виду, где точка перемещается. Мы сейчас да. Мы будем в бессознательной некомпетентности. Или мы сейчас находимся в бессознательной некомпетентности? Ну, давайте так, вы находитесь здесь, вот мы еще, ну, есть вещи, которые вот вы пришли говорить, а мы не знаем, в чем законы и власть, а как управлять людьми и так далее, и так далее. То есть мы даже не подозреваем, что это может быть. Ну, первые две ступени наши, вот, то есть ваша работа. Окей, согласен. Вот эти две ступени это мои, потому что вы не можете отсюда сами куда-то двигаться, потому что вы не знаете, куда двигаться, потому что вы не знаете то, чего вы не знаете. А вторая часть, моя задача чего? То, что вы узнаете, это все разложить, показать, чтобы вы здесь могли попрактиковаться в группах, там, ну, презентовать и так далее. А вот уже вот эта часть и вот эта часть, она начинается с такой вещи, которая называется практика. То есть, уходя отсюда вечером и приходя завтра на работу, вы начнете чего делать? Вот то, что вы здесь узнали, вот с этой точки, это только можно сделать через меня. Ну, либо эта часть решается через книги, когда вы читаете. То есть просто автор это делает. А практикуясь, вы начнете что делать? Выводить это уровень опыта. Если все то, что мы будем проходить, вы это будете практиковать, то через какое-то время это станет вашим опытом. А почему я это разграничиваю? Потому что если вы надеетесь о том, что вот, ну, я здесь пришел и вот все, вы научитесь психологии управления, то это будет неправда. Правда заключается в следующем, в том, что если вы ничего не будете делать, а просто будете слушать и думаете, что это, ну, из этого что-то получится, то из этого ничего не получится. Ну, однозначно. Потому что, ну, неделя-полторы у вас все это просто из головы уйдет, потому что то, что мозг не использует, он это убирает, и все, и, ну, к этому моменту не подойдет. Ну, либо подойдете чуть позже, через другие вещи, которые вы будете практиковать. Поэтому задача следующая. Я буду здесь, а ваша задача это получать, практиковать, выводить на опыт. Тогда это уже будет ваше знание. Вопросы вот по этой части. Касательно, помните, у вас был вот здесь вот про навыки. Ну, где-то мы здесь написали, вот, ну, управление конфликтами, самопознание, закон власти. Ну, то есть, у вас был вопрос, мы просто его переформулируем. А навыки. Так вот, следующий момент, что навыки, они здесь находятся. Ну и судя по тому, как говорят о том, что когда этот навык, который, например, есть, у меня, чтобы он был тоже у вас, то на это понадобится 21 день. Ну, так определили психологи, социологи, изучая людей, наблюдая за тем, что каким образом информация переходит в том, что вы начнете это делать. Есть же вещи, которые вы раньше читали в книге в университете, но вы до сих пор это не делаете. А почему? Ну, то есть это не стало вашим навыком. До тех пор, пока вы не стали применять. Поэтому все, что мы получим в течение 21 дней, это станет вашим опытом. Вопросы по этой части. Лестница развития. То есть первый вам инструмент, то есть мы будем как через инструменты двигаться. Первый инструмент — лестница развития.
Вот, например, кто-то хочет руководить, говорит, а я хочу, чтобы мои сотрудники, так же, как я, опытные, быстро двигались, быстро соображали, все записывали, думали, стратегии вырабатывали, цели ставили. Почему я это знаю, а они не знают? Да очень просто. Потому что они находятся здесь. И одна из функций, пятая, к четырем, давай, это обучение. То задача, смотрите, если вы говорите сотруднику сделать, а он говорит, я не знаю, как это делать, вы чего делаете? Вы начинаете жестко ему говорить, а это выливается в конфликт, это выливается где-то, может быть, в агрессию, в недовольство, в разочарование. Но когда вы начнете его двигать сюда, и он начнет сам это делать, вы перейдете от жесткого управления к более мягкому управлению. Почему? Потому что вы говорите так, делаешь это, забиваешь таблицу, высылаешь отчет, зазваниваешь тем-то, добиваешь того-то, высылаешь мне. Задача понятна? Да. Все. Он это делает. Он делает, как это если бы вы сделали. Но ваша задача руководитель его сюда понять. Поэтому одна из главных функций, это обучение сотрудников. Если руководитель сотрудников не обучает, поверьте, вы всегда будете на них наезжать, прессовать, а люди будут от вас уходить, потому что им не будет не нравиться то, что вы... Либо будут делать такой момент, называется сопротивление, либо саботаж против руководителя, то есть будут делать все наоборот, то, что вы попросили.